Первый такой, вот, ну, мысль о том, что загрузка мясопереработки, ну, главное звено на сегодня, да, ну, вроде бы правильное, а действие противоречит. Приведу пример. Вот у вас там в информации доклада, да, содержится такая строчка, что компания Митека предоставлена там два налоговых периода, да? Да. По налогу на прибыль, на имущество. А компания не работает. И я бы вот просто вот как предприниматель, я бы сказал так. Я не поверю человеку, который продает мясо на Арбате. Потому что квадратный метр аренды на Арбате никакое мясо не окупит. Второе. Мясокомбинат стоит, это уже характеристика того, что люди, хозяева этого комбината, не умеют планировать, не умеют считать, не умеют организовать работу. Он стоит уже не первый год. Поэтому, а вы ему даете льготы. В противовес, другой пример. Есть компания ИП Иванов, которая работает уже почти два десятка лет, мы его знаем. И закрывает проблему всем сельхозтоваропроизводителям. И у него было сейчас вот второй или третий тяжелый момент в связи с карантинами. Да? От предыдущего он еле, по-моему, ну так... еле оклемался, да, потому что сеть у него разбросана по всей стране, и когда закрыли республику на карантин, у него вся система встала. А это сотни людей, причем все наши практически работают. И водители, и экспедиторы, и там реализаторы. До Владивостока он возил мясо в то время. Поэтому, и где поддержка? Хотя бы во время таких критических периодов. Почему наше правительство не может поддержать предпринимателя, который реально приносит пользу республике? А поддерживает воздух, да, там Митека, которая ни дня не работала. И еще вопрос, будет ли вообще работать. Угу. Это первый вопрос. Хорошо. У вас будет еще вопрос? Ну, озвучить сразу. Давайте так. Ну, интереснее было бы с ответами, да? Нет, а, хорошо, я готов ответить. Да? Хорошо. Давайте сделаем так. Давайте, что касается Митека, это же закон, правильно? Мы же действуем в рамках законодательства. Нет, секундочку, коллеги, я прокомментирую. Существует закон, в соответствии с которым инвестор подает документы, четко установленные сроки, с учетом тех капиталовложений, которые были внесены. Этот закон имеет юридическую силу, он же действует. У меня какое основание отказать? Подали документы, документы рассмотрены, нареканий нет. Он вправе получить поддержку? Вправе, я о другом. Нам цель, нужно встать со стула, пойти к Иванову, побеседовать с ним. Он же, у него тоже цеха строится, он покупает оборудование, лично. Вводит в строй. Да вот сегодня... стал вопрос по термообработке мяса. Никто, кроме него, не может. А он обрабатывает и преодолевает. И уже направил поставку. И об этом тоже известно нам, Сергей Викторович. Ну, надо же поддерживать. С Ставром Даниловичем мы в плотном диалоге. В том диалог. Числе надо поддерживать. Уже реально надо. Давно это, его надо поддерживать. Чтобы, тут тема понятна. Надо поддерживать в первую очередь, кто работает. Понятно. Кто ведет, кто рабочие места создает и так далее. Минотех, может, тоже надо поддержать. Ну, они же должны что-то показать. Что, я, к примеру, там, Минотех или другой организации. Ну, я просто знаю, я 20 лет назад действительно от Иванова на пустом месте начинал работу. Я знаю, какой он трудяга. Значит, поэтому, ну, вы с ним лично, может, и знакомы. Ну, пойдите, возьмите, посмотрите вот таких работающих. Поддерживать надо живых. Ну, кто умер уже, может, тоже надо поднять. Ну, сложно умерших поднять. Это трупы уже. Значит, надо поднять живых. Хотел дополнительно сказать, что из самого Умитека, как бы вам же тоже известно наверняка, Анатолий Викторович, что там самое современное оборудование. По мясопереработке современнее оборудование здесь ни у кого нет.
И с одной стороны, если заявляется для получения налоговых льгот, наверняка с перспективой на то, что будет работать. И из тех действующих мясопереработчиков мощнее производства на территории республики нет. Но оно же не работает. Еще раз, секунду. Если оно хоть суперсовременное, да? А потом это же наши деньги, нашего бюджета. То, что мы должны получать с него. Хорошо. Значит, и ваше дело решать вопрос. Абсолютно. На ноль и будет ноль. Вот согласитесь, на ноль и будет ноль. Если он не работает, то что мы оказали ему, оказано, что не оказано, на ноль. Вы делаете на минус, второй минус. Это уже два минуса, не то что ноль. Считайте, работаете индивидуально с каждым. Вот надо с каждым. Анатолий Васильевич, работаем. Да, и не так много людей. Не так много, соглашусь. Я когда-то работал, я каждого фермера знал, каждого предпринимателя знал. Ну, надо же понимать все это. Второй вопрос, пожалуйста. По землям сельского поселения, да, вот тут спор идет, там ЛПХ, столько-то процентов. Я вот езжу по селам, разговариваю с людьми, разговариваю с охотчей поселков, и с депутатами, и, на мой взгляд, сегодня больше 70% сел не имеет земель для выпаса общественного скота. Там земли вокруг села оформлены на частных лиц, которые подходят прямо ко дворам поселка, жильцов, да, жителей этого поселка. Поэтому фактически людям даже негде выпасти скот. Корову некуда выгнать. А мы сидим там спорим, ЛПХ, как регистрируется, сколько скота и так далее. Понятно. Это вот суровые реалии. Вы понимаете, о чем вы говорите? Вопрос в чем? Раньше, вопрос, раньше был так, вопрос о том, вы владеете реальной обстановкой или нет, да? Потому что вы даете цифры нам по ЛПХ, я говорю, ЛПХ не имеет земель для выпаса общественного скота. Раньше вокруг села всегда были земли. Земли сельского поселения. Это же больше степени, наверное, частные случаи. А? То, что вы говорите, это частные случаи. Больше 70% поселков в республике в таком состоянии сегодня. Нам Сергеевич, ну дополнительно это готов, не частный случай. Готов дополнительно с вами встретиться для того, чтобы данный хорошо. Вопрос обсудить. Значит, давай, это хорошо? Важный вопрос, да. Обсудите. Вопрос, у меня же еще. Как-то с более сжатым способом. А? Более это. Я и так коротко, по-моему. Вот что касается ваших двух реплик, да, вы говорите, компания продолжит существование. То есть фраза сама вот народная есть такая, да. Живу, а не существую, а не живу. Вот я думаю, что надо, компания должна продолжать деятельность, а не существование. Да, потому что в самом слове вашем уже говорит о том, что ну, вы просто, как вот Анатолий Васильевич, труп продолжаете содержать. Мы, безусловно, можем лингвистически цепляться к словам. Но оно и по факту же есть такое. Угу, ну хорошо. И что касается кредита доверия, вот вы говорите, кредита да. Нет доверия, да? А как вам будут доверять, если наш председатель правительства и глава республики 2 месяца не могут сказать нам правду? Получили они премию или нет? Сколько получили? Слушай, если власть другое. Будет открыта, почему? Это открытость правительства, так, это один из факторов привлечения инвесторов. Нам сервис. Значит, давай это другая тема. Отлично продолжим. Мы ее 40 минут обсуждали. Можно без политики? Нет. Давайте без. Это не политики. Без политики. Да, это давайте. Открытость власти, отсутствие коррупции, прозрачность работы власти. Я могу это есть я могу одно из условий инвестиционного климата. Ответить непосредственно за министра но экономики но и торговли. Самое интересное. Если да? Есть вопрос ко мне, я готов на этот вопрос ответить в рамках вашего вот вопроса. Вот я вам вопрос задал. Хорошо, я получил 50 тысяч рублей. Вы заявили 300 и 500. Вы же член правительства? Еще раз вам отвечаю. Официально заявляю для всех депутатов. Как? Я как министр получил 50 тысяч хорошо, рублей. Хорошо, спасибо. Вы заявили 500. Вы единственный я не человек, пререкание. Дмитрий Александрович, спасибо. Вы единственный вы человек, который открыто вот при всем честном народе раскрыл эту информацию. Значит, отлично. Смотри. Почему другие так не могут? Вот тогда будет доверие к правительству. Согласны же, да? Давайте, вот не будет доверия, если будем политизировать любое действие. Причем тут политика? Ну, я говорю об инвестиционном климате. Вот это другое. Есть там... А инвестиционный климат, я еще раз повторяю, отсутствие коррупции, прозрачность работы правительства, отчетность работы правительства. Это все правильно.
Ну, при чем тут политика? Не надо называть то, о чем мы еще... Самое интересное, что в апреле будут декларации, и все там раскроется. Ну, какой смысл все это...